Посмотрел я все видосы глупого парниши. На канале крутой папа, классные шортища. Это было весело, я писался от счастья. Роблокс анимации одни из самых ржачных. Также ты увидишь, как пацан играл на стройке, а сестра его плохая, газа издавала пахло. Под бананный халк вообще не знали, чем заняться. Но нашли коктейльчик и увидели амбала. Вот так вот. Ладно, хватит песен, вы, наверное, устали. Все, погнали. Надо было списать. Погоди, его выгнали за двойку? Из школы? Так. Оу! Боже мой! Кто-нибудь отберите у него родительские права! Нельзя так обращаться с детьми! Оу! Зато музычка классная! Хоть в этом плюс есть! Так. И что ты предлагаешь? В смысле? Он реально выгнал своего сына за одну оценку? Ой, проголодался, бедненький. Да угости его! Что такой жадный? О, боже мой, он синим стал. О, новая семья. Что? Его даже бездомные выгнали. Его с ним никто не хочет дружить. Вот именно. На четырех лапах убежал. Ой, бедняга, что, как вообще будет выживать в этом мире? Так. О, боже мой, ну хотя бы по-моему. Отведает. Ну, неплохой план на жизнь. О, мужичку плюс уважение за то, что он его принял. Он даже с мытьем посуды не справился, боже ты мой. Как так можно? Ой, все, теперь он сынов уволит. Ущерб не возмести. Пипец, он теперь будет работать бесплатно. Ребят, ставьте лайк, если хотели бы, чтобы глупый парень стал вашим другом. О, что? Он завалил его! Вы понимаете, что ему сейчас грозит лишением свободы за эти действия? Что? Он решил стать плохишом? Это очень плохая идея. Так, мне кажется, это сейчас закончится очень плохо. О, все, оперативно сработали спецназ. Теперь он поедет в тюрьму. Пока-пока. Ну, а что он вообще хотел от этого? Что? Нифига себе, он заходит в тюрьму. Вот так вот. Так. О, и вот тут уже начинает шпинять, смотрите. О, вот и дедушка, добрый, видимо. Десяточка, что задумал? О, нет! Его сейчас за это в изолятор вообще посадят, такие действия. О-о, теперь он тут самый главный, теперь он будет самым крутым в этой камере. Его будут все уважать. Им даже татуировку набили. Теперь им все поклоняются. Так. Вот, дед добряк. А как он решил сбежать? Что? А почему раньше до этого никто не додумался? О, все, его накрыли. Опа, нифига себе, сейчас его выстрелят. Ровно в цель, ровно в яблочко. О, это Варри из Роблокса. Ребят, чтобы вы понимали, я смотрю эти шорты впервые. Я реально не ожидал, что они будут настолько смешные. Он умер, что ли? Так. Он в рай попал. Так. И решает его судьбу. Ой, боже мой, он не прошел собеседование в рай. Все. Чего ему так не везет? Он теперь в ад отправляется. Ребят, подпишитесь на канал, если хотите, чтобы этот сериал никогда не заканчивался. Это реально просто годнота имбуля. О, его сейчас хотят сварить на ужин. Так. Черт, его решили отведать. О, бедняга. Он стал шашлычком. Это кто? Какая-то чертовка, которая влюбилась в него. Ну тут ему повезло на самом деле. Хоть где-то ему повезло. Так. Хотя нет. У него аж сын появился, серьезно. Блин, у него очень крутые татуировки. О, ему еще за это деньги дают, но жена все отбирает. Так. О, теперь смотрите, он теперь работает на чертов и плохих. Как он наказывает людей. Окей. Он бежит. Побег устраивает. Он бросил свою женушку. Да! Он возродился. По сути, он должен был стать зомби. Так. О! Он стал бизнес свой делать. Ну, это неплохая. Неплохое начало, на самом деле. О! Наконец-то стал изменяться. Оу!
Он стал супергероем. Молодчина. Так. О, молодец, давай. Это мы одобряем такие действия. Мне кажется, глупый парень — это самый смешной шорт в мире. Опа. Что? Кошка разговаривает. Ребят, вы бы что загадали? Ага, он пока не решил. Окей. Что? Реально? Из трех желаний он решил сделать себе классный прикид? Это ужасное желание. Точно, вот же я дурак, спустил желание просто так. Ага. Оу, он же станет толстым из-за этого. А, он от голодовки всех спас. Ну это вообще, это плюс реп. Молодчина. О, это что-то новенькое. Получилось идеально. Ой, ну, просто альденте. Оу, это что за гигачат? Дядя Вова заорал. Бедный дядя Вова. Там упала звезда. Блин, бедный дядя Вова! Зачем он такую себе женушку завел, которая все вокруг ломает? Вот правильно, нужно заниматься спортом, если не можешь себя контролировать. О, это что такое? Это какой-то мальчик. Я его первый раз вижу. Он не связан с глупым парнем случайно? Окей. Оу, нифига себе. А это кто такой? Оу, что? Эй, как ты выражаешься? Меня дети смотрят. Боже мой. Что? Да просто он очень любознательный и хотел посмотреть, что там находится. О, это что? Это Шайлу Шай? И кот Банан. Ага, берет в долг у него, значит. А возвращать как собирается? Так, посмотрим. Что нас задумал Шайлу Шай? Так, время идет, а долг не возвращают. Все, погнали к нему разбираться, к этому грибу. Чего? А куда он делся? Он свалил, что ли? Все, ему трындец. Кот Банан. Видишь, там было написано «Кот Банан лох». Получается, он так и не вернул ему долг. Блин. Подписывайтесь и помогите Банану. Ребята, вы знаете, что делать. Подписывайтесь. О, смотрите. И за подписку ему дали какую-то базуку. Воу! Ну, я, конечно, не так бы расправлялся со своими врагами, но пойдет. Что это такое? Какие-то кошаки-гопники. Что? Что? Они просто поют? А, я знаю эту музычку. И фантастик. Энэмпастик. Бля, прикольно. Это очень забавно. Что гопники поют мило. Что, все-таки воткнули банан? Что такое? Почему полицейский стоит, когда вокруг бьют банана? А, все, он разобрался. Снова гопники напали на кота банана. О, это у нас Халк здоровенный. Помоги, говорит. Там меня избивает. Нужна твоя помощь. Говорит, да, я помогу. У меня большие мышцы. Иди показывай, кто на тебя там гонит. Все, они погнали разбираться. О, что? Халк просто прошел мимо, как ни в чем не бывало. Это что за страшный клоун? Он идет под песню Фразбера. Фредди. Так, окей. Он хочет напугать кота банана. Может, это какой-то пранк? Так, окей, ну, пока что вроде кот банан ни о чем не подозревает. Нет! Минус кот банан! О, нет, это же коктейль Гримас Шейк! Его лучше не брать, он проклятый! Если ты его выпьешь, то из тебя изо рта будет течь фиолетовая жидкость! И ты отравишься, и, возможно, превратишься в монстра! Но это не доказано еще! О, это Гримас? Все, минус два ребенка! О! Что? Что происходит? Это синий друг? А ячок повторяет за ним движением? Медведя? Из популярного трека? Что происходит? Да. Это очень классно передано. Прям не ощутишь оригинал от копии. Прям один в один. Чувак молодец. Ему бы в актерское какое-нибудь, в театральное. Что такое? Ё-моё, ему не жалко столько шоколада тратить? Что такое? Он увидел детей, бездомных, сирот. И понял то, что не может так много тратить шоколада на такую фигню.
На один видосик всего лишь, поэтому немножко решил потратить. Молодчина, это правильно. Нужно делиться. А это вообще пофиг, просто целую кастрюлю набирает какао-бобов. Или как это там, просто какао-порошок. А это немножко, правильно. Не нужно так много тратить, можно поделиться с другими, кто в этом нуждается. Ой, боже мой. Мать, он плачет, расплакался. Ребята, ставь лайк, если вам стало грустно. Вот чтоб тебя расперло, и просто чтоб ты дрестал в туалете потом после этого, реально. А он решил поделиться с ребеночком. И что такое? Это плохая сестра! Она просто взяла и разбила телевизор, и все, свалила на своего брата. Вот, теперь она в туалете в каком-то стрёмном сидит. Вот я за это! Ее проперло просто конкретно! От какого-то мороженого! Мне кажется, она уже пропала давно. Ну а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!